И еще одно громкое дело лопнуло, как мыльный пузырь. Заместитель министра здравоохранения Роман Василишин, которого с поличным задержали на взятке сотрудники СБУ, свободен. Общественности Василишин запомнился тем, что во время Майдана он сдавал раненых активистов Беркуту. А 7 июля 2016 года правоохранители задержали его и его подельника Юрия Серняка. У них изъяли 50 тысяч долларов и 320 тысяч гривен. Но сегодня, как написала на странице в Facebook представитель Центра противодействия коррупции Александра Устинова, Печерский суд вернул в прокуратуру обвинительный акт с формулировкой «нарушение подследственности». Мол, прокуратура и СБУ не имели права задерживать Василишина и должны были передать дело в НАБУ. Но правоохранители так спешили попиариться на задержание, что нарушили процедуру.